тюльпаны Йокохама высаживают, когда температура почвы опускается до 10 градусов. Участок для посадки должен быть хорошо освещенным, дренированным и защищенным от сильного ветра. Почва для луковиц тюльпана Йокохама подходит любая, но лучше всего, чтобы она была нейтральная или слабощелочная, супесчаная. Этот сорт отличается прочными цветоносами, высота которых достигает до 40 см. Цветки крупные, насыщенного желтого окраса. Период цветения длится с апреля до мая. Используют многолетник для украшения клумб и выращивания на срез в весенние букеты и композиции. Тюльпан Фостера Йокохама – это травянистый высотой 50 см. Цветет растение в месяц май. Окраска цветка желтая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.